На таком фоне президент Порошенко подписал сегодня серию законов, меняющих положение военнослужащих и мобилизованных. Отныне командиры наделены правом применять меры физического воздействия и даже оружие против подчиненных. Ужесточается наказание за неисполнение приказов и уклонение от службы. Одновременно стало известно, что в зону так называемой антитеррористической операции Киев после ремонта перебросил партию танков Т-64. Большое количество техники украинские военные потеряли в течение января на юго-востоке, и она перешла к ополченцам в качестве трофеев. И все это сейчас ремонтируется. Кадры сняты на заводы в Донецке, на некоторых машинах надписи, порой с претензией. Вот искупитель грехов, над которым придется долго работать. Вообще техники столько, что в просторном с виду помещении для нее не так много места. Собственно, и предприятие не военное. Жизнь заставила из гражданских объектов делать клиент. Было выбрано предприятие, на которое есть специалисты, возможность и площадя необходимые для ремонта этой техники. Большой поклон от всего сердца вот этим людям, которые начиная еще с лета начали ремонт этой техники. Там было очень тяжело, когда нам этой техники не хватало, каждую единицу просто лелеяли. Но сейчас украинская власть нам разбаловала. Нам она предоставляет больше и больше этой техники, поэтому возможность ремонтировать становится легче. Несколько минут назад появились еще заявления Басурина. Все вооружение ополченцев трофейное, подчеркнул замкомандующего Донецкого ополчения. Кроме того, он обвинил украинских военных в 11 нарушениях перемирия за сутки и в попытке ввести ОБСЕ в заблуждение, создавая лишь видимость отвода техники.